sekundę kartą dabulytelio žemė. 26 sekundės. Minutės per daugelės dar paprašo Žalgirio komandos trenis Vladas Garastas. Вы ходили на их матчи? Признаюсь, нет, потому что никак не могут достать билеты. Я первый раз сейчас их живем вижу. Правда? И да. Пришли? Да, ну билеты, как всегда, было все по плану. Один из самых счастливых дней моей жизни в баскетболе. Не, ну в Литве это всегда приятно и удивительно, да, даже то, что сегодня там десятки людей, если не сотни, подходили фотографироваться, автографы брать. Гораздо более доброжелательно, чем в то время, когда мы играли. Приятно там ощутить Жальгирис и вспомнить эти года. Мы продолжаем писать эту классную книгу под названием «Золотая лихорадка ЦСКА Жальгирис». Все-таки не каждый день играют такие мастера. Какое-то в концовке напряжение какое-то было, потому что хотели выиграть, но вы видели, Сабонис, не жалея живота своего, хотел всех задавить, сокрушить, но он точно не хотел проигрывать. Сегодня он был похуже, чем я видел его в последний раз, но видно, что команда играет на него, и скажу, что вроде бы как Сабас два раза в неделю все-таки тренируется. Ну и другие тоже, мы тоже. К сожалению, не сильно в форме, а так эмоции были похожие на те, которые были раньше. Так получилось, так, никакой концепции особо не было, на Куделе не все были. Там, персонально нам нужно было, чтобы он бросал, конечно, потому что он точно больше готов, чем все мы вместе взятые. Я получал мяч, тут же мне приходил еще один заслон. А дальше просто сложилась ситуация. Два защитника бросились на меня, и мне пришлось отдать пас свободному. И так было два раза. К сожалению, судьи не отреагировали никак. У меня уже сил на него не хватило, его как камень метнул. Надо было просто проход пойти. Потренируюсь, не скрою, не бросаю это дело. Стараюсь держать себя, во-первых, ну, в физической форме. Может быть, как Майкл Джордан вернуться на сезончик? Нужна хорошая пиар-акция. Если ЦСКА с этим поможет, я готов. В ближайший месяц, видимо, надо будет восстанавливаться. Жалко просто, что ну, чувствуешь ситуацию, что ты не можешь то, что мог когда-то, и это давит и дает какие-то неприятные чувства. Не знаю, останусь ли я в ЦСКА еще на 20 лет или уйду в другой клуб. Спасибо.